Госдума все-таки не будет вводить мораторий на использование мопедов и скутеров. Ранее, ссылаясь на газету «Известия», мы сообщали о том, что в России может быть введен мораторий на использование мопедов до вступления в силу закона, обязывающего получать права на управление ими. Однако сегодня в СМИ появилась информация о том, что до ноября 2013 года водители мопедов будут действовать по тем правилам, которые существуют в настоящее время.